Ну, каждая страна когда-то за какое-то время делает такие вещи, да, выпускает на свободу заключенных. Я отношусь к этому положительно, потому что на рынке появится 260 тысяч рабочих рук, да, которые можно переобучить, которые можно направить, которые можно устроить на работу, которые смогут эффективно работать. Для этого нужно только следующее, чтобы государство, отпустив этих людей на волю, обеспечило их сопровождение и обучение, и реализацию их как людей.